Добрый день! Если вы готовитесь к экзамену по литературе, вы должны уметь четко определять трехсложные стихотворные размеры. Сейчас я покажу вам небольшую хитрость, которая поможет вам лучше запомнить, где там стоит ударение. Трехсложных размеров всего три. Дактиль с ударением на первый слог, амфибрахий с ударением на второй слог и анапис с ударением на третий слог. Как запомнить правильный порядок ударных слогов? Дактиль с ударением на первый слог на первом месте. Пишем большую «Д». Амфибрахий на втором месте. Пишем «Ам». Анапист на третьем месте. Пишем большую «А». В итоге получается слово «дама». Оно позволит вам легко запомнить порядок с ударных слогов в этих размерах. Просто, понятно и легко запомнить. Если хотите узнать больше лайфхаков по литературе, приходите на наш открытый урок. Ждем вас с нетерпением.